6 декабря с рабочим визитом в Краснокамском районе побывал министр сельского хозяйства республики Николай Коваленко. Целью его пребывания в селе Нижняя Татья стало знакомство со строительством нового предприятия, специализирующегося на производстве яиц и мяса бройлеров. Общество с ограниченной ответственностью «Агромен» основано 4 июня 2013 года. Во втором квартале того же года началось строительство птицефабрики на 300 тысяч голов в селе Нижняя Татья Краснокамского района. Директор предприятия Навис Гайнутдинов, долгие годы проработал в Татарстане на ответственных должностях. Занимал кресло заместителя главы администрации Актанышевского района, заместителя генерального директора в крупнейших агропромышленных холдингах Татарстана по производству сельскохозяйственной продукции компании «Челны Бройлер» закрытого акционерного общества «Агросила Групп» и директора Казанского молочного комбината. Представители Министерства сельского хозяйства здесь ежемесячно бывают, держат на контроле стройку. Как вы знаете, в последнее время особенно большое внимание уделяется на сельскохозяйственные мероприятия, строительство по поднятию уровня жизнедеятельности сельхозпроизводителей. Так что мы с ними работаем постоянно, каждый, можно сказать, созваниваемся, держат на контроле, оказывают помощь практически консультативную. На сегодняшний день вот приезжал министр сельского хозяйства, посмотрел, остался доволен ходом строительства и монтажа. На сегодняшний день вот мы сейчас находимся в производственном корпусе по выращиванию молотняка. Он посмотрел склад яйцехранения и сортировки, а также третий корпус, где заканчивается уже монтаж оборудования по выращиванию уже по курах несушек промышленные стада. На сегодняшний день у нас на днях сдадим мы этот корпус тоже. Монтаж закончится. А в последующем четвертый корпус строительства заканчивается. В феврале месяце оборудование уже монтаж начнется. Большой опыт практической работы позволил ему в Краснокамском районе развернуть деятельность в сфере сельского хозяйства, целью которой является получение замкнутого цикла производства, начиная от выращивания зерновых, кормовых и технических культур, далее переработка в корма и заканчивая производством готовой продукции муки, крупы, молока, яиц и мяса птицы. Данное предприятие или производство мы намерены запустить во втором квартале 2015 года и приурочить 70-летие Победы и 85-летие, соответственно, Краснокамского района. И в тот же день мы хотим здесь пригласить руководство республики, а также в тот же день в районе Риткина мы хотим вложить памятный капсуль о начале строительства по выращиванию бройлерно-промышленного стада. Среди запланированных работ готов проект на строительство и развитие животноводческого комплекса мясомолочного направления на 500 голов. Объект собирается возводить с 2015 по 2016 года, и он будет состоять из 6 корпусов. 3 здания отдадут под коровники, в 2 разместят молодняк, а также будут родильный корпус и здание откормочной группы и складских помещений.